Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Ну что, у нас акт 23 и 16 миссия. Что я вижу? Я вижу здесь Кожеголового, Антракс, Гранитор, Крысиный Король. В общем, посмотрим, что у нас из этого получится. Так, надо будет ежедневки, наверное, все сделать сегодня. Так, Антракс неплохо, кстати, получил от Крэнга. Но Шреддер что-то как-то слабо бомбанул со спины, если ты заметил, да? Вот Чингис хорошо пробил. Так, он кому-то сейчас хочет звездануть своей секирой. Смотрю, там Гранитор тоже сейчас отдуплится. Так, 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 Кожеголовый там что-то выпендривается. Ну, пока все целы, единственное, что вот Крэнг в некой такой опасности, но, по-моему, все-таки, ребят, да, справились. Подожди, кого-то же все-таки потеряли мы. Кого-то потеряли. Ладно. Получить награду за то, что мы прошли одно приключение. Так, здесь тоже заберем. Давай-ка. Так, 150. А нужно ли нам? Я думаю, что мы перебьемся. Нифига себе, роботек такой мелкий. Так, подожди-ка, там бесплатно что-то было. Вот, дай-ка мне, пожалуйста, бесплатный ящик. 241 тысяча мутагена, фигня какая-то, если честно. А здесь, ну, тоже так себе подарочек. А здесь заберем награду. И вот здесь, доступная. Блин, да какой боевой пропуск, не туда нажал, зачем тебе? Вот, получить все. Получаем только лишь 25 монет. Здесь у нас ничего нету. В сумке тоже пусто. Окей. Ну что, шестой канал. Давай пройдем быстренько одну миссию, чтобы получить награды. В бой. Надеюсь, справимся здесь. Ты посмотри, а. Конечно, справимся. Даже вражеский сплинтер здесь не поможет. Все, его уже уничтожили. Шикарно. Так, сейчас с этим разберемся. И смотрю, там еще Кейси Джонс что-то выпендривается. Вообще без проблем. Просто без проблем. Так, ну что, не будем продолжать, наверное, драться. Хотя на самом деле здесь драться очень даже круто, потому что награды ты сам видел. Там фиолетовые кубки плюс синие, они нам как раз нужны. Награду за то, что мы сыграли в боях. Так, здесь нам нужно прокачивать лабораторию, насколько я помню. Чуть-чуть не хватает, да? До 70 уровня. Совсем маленько. Получить героев. Ну что, мы можем получить 3 зеленых ящика и 1 синий. Так, Леонардо, 25 синих кубков. Плюс 6 к мощам. Давай дальше. Второй ящик. Опять Леонардо. Слушай, по-моему, сейчас и третья попытка тоже будет с Леонардо. Тебе так не кажется? Ну, давай проверим. Ну да, как будто заклинило. Теперь синий ящик открываем. Так, Мундагека и 25 фиолетовых кубков. Такой крутой этот Мундагека. Ну и пока все, ребята. Совсем немножко не хватает нам фиолетовых кубков. Так, Крэнк, ты у меня прокачаться готов? Готов. Один уровень мы ему подняли. В приключениях здесь заберем награду. И тут тоже награда. Еще. Замечательно. Так, мутагена мало. Прокачать героев я пока не могу. Здесь тоже ничего у нас нету. Ну что, предлагаю тогда идти дальше драться. У нас через 3 поединка будет босс Рокстеди. Как я уже говорил ранее, Рокстеди довольно такой специфический персонаж. Он даже и моб очень серьезный.
А вот если он будет боссом, я вот не знаю, сможем ли мы его победить. Опять же, все зависит от того, кто с ним будет в команде. Давай. Отлично. Так, вот этого сейчас бомбите, пожалуйста. Фу. Изи. Просто изи. Такой расклад меня устраивает. Но Шреддер был, честно говоря, на грани того, что его уничтожат. Но он справился. Так, смотри, здесь тока, слэш и муха. Муху прям вдвоем. И Шреддер бьет, главное, и Сплинтер. Вдвоем ее колбасит. И это очень странно, что вот мы ее бьем, а у нее здоровье практически не уменьшается. Фламфутуса в расход. Сплинтера, как ты видишь, у меня уже подбили. А Эйприл почему-то крыс глушит. Так, мы сейчас потеряем, по-моему, и Крэнга, и Шреддера. Да, Шреддера уже потеряли. Нет, тут мы не победим. Тут мы не победим, к сожалению. Надо признать. И все вот из-за этой мухи. Почему? Ну, потому что мы ее били вдвоем. Бил ее Шреддер и Сплинтер. И ей хоть бы что. Я вот думаю, может быть, нам... Почему-то показывает, что Донателло здесь будет хорош. Ну, допустим. Давай попробуем. Не уверен, конечно, но надо проверить. Опять же, смотри, опять же бьем муху эту. И нифига не помогает. Трэш какой-то сейчас происходит здесь. Так, Кламфут ведь с минус. Дальше слэша бы нам надо бомбануть. Эйприл. Эйприл уничтожили крысу, прикинь. Просто уничтожили ее. Так, Донни бросает гранату. Трэш. Остается у нас только Донателло и Чингис. Блин, мы не можем справиться, ребят. Я даже не знаю, что будет дальше. Если мы здесь не можем их победить, то что говорить уже про босса? Шреддера. Если мы уберем вот так вот, ну, к примеру, и возьмем Рокстеди. Вот такую команду. Муха мне вот это бесит. Вот это вот, которая тут стоит. Смотри, опять же мы ее вдвоем бомбим. Опять же, смотри, Донни и Крэнк. И им хоть бы что. Шреддер тратит удар свой мощный на какого-то, блин, вшивого кланфутовца. Зачем он это делает, я не понимаю. О, Рокстеди видал, как пробежал. Отлично, он глушит. И опять же пошли траты моментально. Я не могу никак понять, кто здесь очень сильно так пробивает. Муха, по-моему, все-таки. По-моему, все-таки муха. Блин. Вот это да, вот это нежданчик. И что мне прикажете тогда делать? Нет, а Донателло здесь вообще толку ноль. Отряд заполнен. Ну, этот отряд у нас и был, да, в принципе, стоял. Давай еще разок попробуем. Ну, что-то вот прям вообще напряженка какая-то. Смотри, у Чингиза уже здоровья мало. Кого ты там станешь? Току. Ну вот сейчас смотри, сейчас вот резко начнет у нас падать здоровье. Не знаю почему. Ну вон же Тока, ё-моё, ой, этот слэш стоит. Валюты. Вон, смотри. Он просто взял, уничтожил сейчас Эйприл. Раз, два, три. Ну. Не получается. Блин, это муха, она достала. Ну что же делать-то? Как нам тут сделать? Эйприл уничтожает со спины слэш. Прикинь, просто тупо со спины ее бомбит. Давай попробуем такой отряд.
Да куда ты, Бибов? Ты, у тебя вообще, ребят, у него вообще не хватает на пробивку. Рокстеди, бедолага, просто уничтожен. Вот тебе и поиграли, блин. Обалдеть. У меня в основном Чингис остается последний, но он не справится. Муха. Как на нее, блин. Так, надо, наверное, все-таки выходить из боя и немножко подкачаться. А как мы подкачаемся? Скажи-ка мне на милость, как мы тут можем подкачаться? Где у нас тут металлолом-то, а? Вот он, да? Сундук со снаряжением. Покупаем. Еще. Так, давай еще. И еще нам хватает на один. Допустим. Тут получить награду бесплатно. Там металлолом и немножко слизи. Что, только лишь на Рокстеди выпало? Вы серьезно? Ну, я так не играю, друзья. Ну, это... Что это за бред? Подожди, а почему у нас Эйприл здесь стоит на первом месте? 177 уровень, она стоит на первом месте. Сфига ли это, друг? А, у нее... Нифига у нее мощей, у Эйприл-то. Неожиданно для меня, если честно. Так, Бибоп, улучшайте. Причем он так быстро сейчас переплюнул Рокстеди, посмотри. На 4000. Да? Окей. Давай тогда сделаем следующее. Нам нужно подкачаться, получается. Осада клана. Осада не работает. Через начало, через 2 недели, 2 дня, прикинь. Сколько ждать надо? Мутаген нам здесь тоже не поможет. Значит, предлагаю сыграть ПВП бои 5 штук. Нам нужно здесь как-то справиться, получить награду. Так, смотрим, а вон как раз и Дирк стоит, вот он. Мы тут справимся? Да, по-моему, справимся. Смотри, 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 Макман. Тут, друзья, даже Макман есть. В этой команде. Так, минус Донни. А слушай, а Макман крепкий чувак. Давай-давай-давай-давай, его прожигаем, есть. Так, и остается у нас Дирк плюс Майки. Дирка ушатали. Микеланджело начинает наяривать здесь. Есть. Чингис его все-таки топором саданул. Ну что, продолжаем. Это первый поединок. Нужно еще 4. Поехали. Так, ну что, здесь муха. Муха почему-то отличается. Я не понимаю, почему. Но у нее какая-то аура внизу была. Может быть, то, что она здесь очень сильная против моих бойцов. Рокс, иди там что-то задымился аж, бедолага. Так, Рафаэля не подбили еще пока. Есть. В замешательстве, пока он стоял, Чингис его пробил. Ну и Монда Гека прихватили. У Шредера практически здоровья вообще не было. Ну что, второй поединок отыграли. Меня только интересует. Ну да, второй. Третий, четвертый и пятый. Так, здесь я смотрю Зек, Кейси, Лео, Эйприл тоже есть.
А как если без автобоя? Как это будет выглядеть? Ага, вот так вот, да? То есть ты сам указываешь, кого атаковать. Вот оно что. Ну что, забрали немножко мутагена. Сколько там еще поединков-то нам нужно? Сколько отыграно? Не показывается, да? Еще два. Два боя нужно сделать. Ну что, поехали. Два так два. О, смотри, Рафаэль Рокер. А вон и этот. Но это не Наполеон. Фига себе, ты посмотри. Ты видел? Воу-воу-воу-воу. Тут вообще без шансов. Офигеть. Офигеть. Просто раскатали, как я не знаю, как сосунков. Вот это да, вот это нам досталась командочка. Ну а здесь что, по итогу получится? Не могу пока понять. Я вижу, что Шреддер знатно отгребает. Эй, при луже уничтожены. По-моему, здесь тоже Крэнга нашего застанили, уничтожили. И до последнего дрался у нас Чингис. Да, люто. Так, мутаген получили, металл получили. Но как же нам победить их? Вот в чем вопрос. Как победить мне вражескую команду? Бибоп, улучшайте. Ладно, улучшим разочек. Так, награду забрали. Здесь тоже забрали и здесь тоже забираем. Ежедневный бесплатный ящик. Давай открывай, не мурыш меня. 100 зеленых кубков. Получить все. Так, а здесь что мы выполнили? Ведь ничего же нету. Хотя почему-то показывается. Получить героев. Ну, типа, да? Ладно, давай откроем сундук. Опять Лео. И 25 синих кристаллов. Ух. Как быть-то? Как здесь можно выиграть? У Донателло 26,5 тысяч мощей. Серьезно, что ли? Ничего себе. А где он у нас? Вот он. Если мы его поставим, например, сюда. И видишь, тут еще крысиный король. Он со своими этими крысами. Он со своими крысами тут начинает вымораживать просто. Вот эти вот массовые вот эти атаки, это, конечно, жесть. Посмотри, Эйприл опять убрали. Следом идет Крэнк. Да ну! По-моему, ребята, я приплыл. Эйприл погибает одна из первых. Ее сразу сносят. Давай попробуем так. Тут именно то ли мощные бойцы нужны, то ли я не знаю, как здесь быть. Смотри, Крэнга вырубили. Крэнг считается одним, ну, из самых прокачанных у нас бойцов. Его просто вырубает. Этот слэш творит просто дичь какую-то. И я не знаю, ребята, я просто не знаю, что здесь можно сделать. Да, я в неком таком замешательстве. Просто не знаю, что здесь сделать. Ну, понятно, что мы проигрываем по мощи. Ну, сейчас это уж больно чересчур круто. Прям вообще ни шанса не дают.
Дони. Так, подожди-ка. Прям очень люто. Я тебе говорил, что дальше будет еще сложнее. Вот как ты думаешь? Давай еще один бой. Если мы проигрываем здесь, то уже все, ребят. Ну, бесполезно. 16... Сколько? 167 тысяч мощей против моих 95. Тут показывают, кто, типа, может помочь тебе в команде. Ну, этих мощей мало. 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 7 тысяч... А ведь говорил же раньше, что надо прокачивать и других бойцов. 9000 это у Мона Лизы. Но я не вижу этих мощей, ты понимаешь? Я их не вижу. Я также не вижу, сколько у него. Солдат, ага, фут, 4 звезды, нифига себе. Прихвостень. Тоже 4 звезды, танк, хитрец. Хитрец-налетчик, 60 тысяч. Ну вот, смотри, а у меня 17 тысяч. 17. И как, мне их никак, ребят, не победить здесь, к сожалению. Вообще никак. Видимо, я пришел до той кондиции, как, помнишь, мы когда-то давно тоже играли. И... Я сделал такой, скажем, перерыв на 3 или на 2 месяца, потому что я не мог пройти... А, как раз это, Леонардо, помнишь, был у нас со своими братьями? Я не мог там уничтожить босса Лео. Вообще никак не получалось. И мне пришлось прокачиваться. Здесь, видимо, то же самое, ну, просто без шансов, согласись. По 60-30 тысяч мощей против моих 17-16, это смешно. Это мне нужно будет просто за кадром прокачиваться, прокачиваться, проходить все эти события, испытания. Пытаться пройти полностью вот этот вот шестой канал, на котором нам дают довольно солидную награду в виде фиолетовых кубков, которые нам нужны для того, чтобы получить персонажа четырехзвездочного. Они все четырехзвездочные здесь. Ну, вот в том поединке, в котором мы дрались, они все четырехзвездочные. Там, ну, нету шансов, ребята, выиграть вообще. И я боюсь, что и Рокстеди, да, до босса, если мы дойдем каким-то чудом, мы все равно его пройти не сможем. Ты смотри, что вытворяет. Ты посмотри, что вытворяют здесь эти олухи. Просто чух-чух-чух-чух-чух со всех сторон метаются, и все, ребята, вообще не дают шанса ничего сделать. Так что, ребята, вывод сам на себя напрашивается. Надо прокачиваться. Так что на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.